Приехали мы в Вахруши. Сегодня я ставлю правильное ударение, как мне и объясняли мои подписчики. И хотя дорожка здесь не очень, немножко потряхивает, уже местами он стиральная доска, но зато освещение какое здесь сделали. Даже вот фонари по одной стороне, а хватает на обе. Ну и ограничения. Сороковничек. Здесь надо соблюдать. Камер полно. Тут мини-рынок. Бахчевыми культурами торгуют. Ребята встают, чтобы сходить в магазин «Пятерочка». Но здесь еще обочина широкая. Все в шаговой доступности. Хочешь «Пятерочка», хочешь «Магнит». Купеческие дома, да, вот такие раньше ведь строили. Видно, что с такой старинной архитектурой. Да, всегда проезжаю и вот поражаю себя в красоте вот это сделано. Ведь кто-то это все проектировал и в довольно давние времена, когда еще не было таких технологий, которые сейчас дом строят за месяц, буквально раз-раз многоэтажку построили. Раньше вот посмотришь, церкви строили годами, десятками лет. Но зато они и стоят до сих пор. Ай-яй, тут бревен наложили. Вся кабина дребезжит. Дентр прошел, ему до лампочки. Что там дребезжит и как там дребезжит. И вот, друзья, обратите внимание, еще один такой же пешеходный переход. Но эта надпись, она вот сейчас погасла. Вот только что горела. Внимание, пешеход. И потухла. Хотя в зеркале, вон, видите, горит. Я же помню, где-то я видел не один такой пешеходный переход и не одну такую надпись. А это у нас получается улица Трактовая, да? А населенный пункт какой у нас? Тулово, по-моему. Сейчас посмотрим в Яндекс.Картах. Да. Едем мы по Тулово. Вот уже, смотрите, елку нарядили. Люди уже готовятся к Новому году. А может, еще из прошлого не разряжали. Горит и горит, и ладно. Так, уступите, дайте ему проехать налево, повернуть. Я в такую грязную обочину сейчас с двадцаткой не полезу. Тут еще не хватало провалиться.
кафе. Все украшено гирляндами уже обеда от 150 рублей. Вятская кухня. И домик такой деревянный. Кажется, из бруса, но это сайдинг. Такой сделанный под дерево. Да, вот здесь, конечно, поселками дорожку уже надо чинить местами. Но зато сейчас пройдем Слободской и дальше поливай да поливай. Уже вот такой трясучки не будет. А вот уже и Слободской. Я приветствую всех своих подписчиков. Предысторию я уже тут постоянно рассказывал, когда был основан этот город. Поэтому повторяться уже не буду. Я только хочу передать эстафету добра и хорошего настроения для своих подписчиков и также зрителей и жителей этого города. Конкретные такие лежачие полицейские здесь. И, по-моему, у нас здесь раз, два, три, четыре где-то светофора. Все они горят зеленым светом, но нас не дождутся. Давайте поедем потихоньку, покатимся. Даже есть магазин «Фабрика меха». Шубы из норки и т.д. и т.п. Сегодня субботний день, выходной. На улице гуляет молодежь. Только молодежь. Так, это улица Грина у нас, да, по которой мы сейчас едем. Она здесь прямая. Уважаемые водители. Без всяких поворотов. Единственное, только светофоры. Без них нельзя, потому что перекрестки. Но здесь, по крайней мере, таких пешеходных переходов я не видел, на которые сейчас я вам обращал внимание. Коллега стоит. Наверное, ушел в магазин. Да, тут не 4, больше. И светофоры, как я вам в прошлый раз показывал, видите, как горят столбы такими светящимися лентами. Справа у нас магазин «Система Глобус», сеть аптек, такой небольшой. Небольшой маркет. Так, это у нас рабочие колхозницы, по-моему. Памятник.
предпоследний светофор с перекрестком, на котором стоят здания еще такой старинной архитектуры. Здесь у нас на берегу реки стоит парусник. Одинокий. И переезжаем мы реку Вятка. Опять, конечно, уже в темное время. А вот там тоже, наверное, светится какое-то предприятие, которое находится в Слободском. Ну а теперь можно, как говорится, и прибавить шагу, но только не забывать, что мы едем все-таки по лесной зоне, и здесь возможен выход диких животных на дорогу. И не хотелось бы, как говорится, встретиться ни с лосем, ни с медведем. Так что лучше держать впереди себя коллегу, вот так вот примерно в 300 метрах, если он, конечно, идет с такой же скоростью, что и вы. Так, до Белой Холуницы 45, до Мутнинска 153. 153 километра. Так, где резкость? Куда пропала резкость? Появилось. 153 километра, это примерно у нас 2 часа, да, 2 часа ходу. А на часах уже 19:06. Ну, то есть мы до Мутнинска, а до Мутнинска останется до Афанасьева 80 километров. Так что можно еще до Афанасьева дотопать. Чтобы дотопать, потому что у нас получается еще до места 820 километров. До 12 часов года. Это мне, по идее, если сейчас вставать, это надо будет в 3 часа мне отсюда выезжать. Но нет, конечно. Нет, 3 часа я еще постараюсь сегодня проехать. Вот уже и Белая Холуница, основанная в 1764 году. Дорогу здесь сделали, освещение поставили классное. Вообще с освещением здорово поработали, что вот в тех населенных пунктах перед Слободским ехали, где мы, все четко сделано. Правда, дорога немного не очень. Фонари стоят новые. Кафешка вот здесь. Магазин. Что-то тут у нас газель решила съехать, но попала в такие ямины на обочине. И видим мы, что снег. Снег все-таки лежит. Он не только лежит, он еще и идет. Вот он, грузовой шиномонтаж. Делал на это ударение, когда говорил, что чем эта трасса, какой минус у этой трассы, то что мало шиномонтажей от населенного до населенного, тут большие расстояния, я имею в виду от крупного населенного, где они расположены. Ну и опять же есть места проблемные со связью, ну и конечно с интернетом. Поэтому пока, да. Трасса хороша тем, что ровную сделали, относительно широкую. И где населенные пункты, там хорошо освещен.
А вот уже и Омутнинск, город трудовой славы. На часах без 10:09, за бортом 1.5 градуса, идет такой мелкий противный снег. И хотя нам еще до места 690 километров, там пишет мне навигатор, и затратить я на это должен 9 часов, почти 10, я решил все-таки встать здесь, в Омутнинске. Еще полтора, а точнее километр остался до поворота. И лучше завтра пораньше стартануть, потому что вот так бороться со сном, когда тебя ломает, хуже нет. Лучше встать, поспать и пораньше выехать. Получается, что проехали мы сегодня 783 километра. Да, немного, немного. прошли, 690 осталось. Да, больше половины уже махнули. И вот это еще шняг летит с земли, точнее с асфальта. Летит грязь в стекло. Мало того, в стекло, она еще и фары забивает. Ну что, встанем мы сейчас на знакомую нам уже стоянку. Называется она «Сели, поели», по-моему, так что ли. Или «Заходи, поедим». Как-то так. Ну и славненько. Вот мы уже и добежали. До нее не будем испытывать судьбу. Хотя идет противный снег такой. Будем надеяться, что он беды на дороге не наделает. Что это за крылья? Уже мест нет, что ли? Эх, ничего себе. Вот это новость. Даже эту стоянку можно забить. Я казалось, я думал, что она незабиваемая. Ну что ж, ладно, поедим, отдохнем, поедем. Висит плакат. Ну раз эти надо было бы поставить, тогда точно мест нет. Едем дальше. Все как бы заезжают сюда, но поглядев на то, что все закрыто, едут дальше. Так, а что у нас на этой стоянке? Тоже все битком. Ничего себе. Это что сегодня? Все на праздник пораньше встали, на стоянку зашли. Да. Не ожидал я в 9 часов вечера, что здесь все стоянки уже забиты. Причем время-то московское еще. Что ж, там еще осталась у нас одна стоянка. Сейчас будем надеяться, что она хоть свободна. А если нет, то следующая только в Афанасьево, по-моему, стоянка-то. Это 80 километров еще. И то не факт, что там приедешь. Будут места. Но, правда, там много стоянок. И довольно-таки большие территории. Не та, на которой я стоял.
и обедал, там маленькая она. А чуть дальше нее проехать отсюда. И там просто огромная стоянка. Ну ладно, посмотрим сейчас. Скорее всего, надо здесь встать. А вот уже и Т-образный перекресток, который поведет нас на выход из города. Вот здесь с левой стороны, точнее справа, будет стоянка напротив Лукойла. Попробуем сейчас на нее заехать, если получится. Ну, тоже площадка такая довольно большая. Вот как раз здесь мы и заночуем сегодня. Ну что, друзья, на сегодня у меня все. Я с вами прощаюсь ненадолго. Завтра снова жду вас на канале. Всем спокойной ночи. Пока-пока.